Глава Кабмина Акылбек Джапаров с рабочим визитом находится в Республике Казахстан, в городе Алматы, где он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Главы правительств обсудят вопросы развития электронной торговли, а также развития интеграционной информационной системы ЕАЭС. Кроме этого, кыргызская делегация во главе с Акылбеком Джапаровым примет участие в цифровом форуме Digital Алматы 2024 Индустрия X.